Это невероятно. Вы знаете, очень... Все просто невероятно. Пробовали, да, очень... Самое вкусное органическое яблоко, которое я вообще ел. Обычно, когда вы покупаете и вот яблоко, оно вот на рынке, оно такое немножко кисловато, а это прям сладкое. Сладкое. Вы уже катались на нашем унибусе? Нет, пока нет. Да, там большие очереди собрались. И причина, потому что в этом году вдвое больше людей, чем в прошлом. И это показывает, демонстрирует рост. И что все больше и больше людей разделяют видение, которое есть у нас. Вот мы гуляем по этому парку и находимся среди этих технологий, но в то же время мы находимся в гармонии с природой. Это великолепно. Это мечта Анатолия, которая сбывается. Все вот здесь, мы разделяем эту мечту, и все больше людей будут разделять эту мечту вместе с нами. Действительно впечатляет. И я... Очень много увидел людей из Новой Зеландии, из других уголков мира. Все приезжают, получают этот опыт. Это невероятно. Вот ребята, которые смотрите по ту сторону экрана, и которые сейчас сожалеете, что не приехали, приезжайте в следующем году. Не ждите, когда это мероприятие приедет в ваш город. Приезжайте сами сюда. Global Star Club. Возможности безграничны.